Романтика кетты, да, это выражение перехода из одного состояния в другое. Используется для обозначения того, когда мы достигаем определенной ситуации независимо от субъекта. На простых словах кетеда переводится как «так получилось», «так вышло» или «по какой-то причине ситуация такая». Например, «я часто готовил еду и теперь стал хорошо готовить». Или «я не хотел идти сегодня в школу, но из-за экзамена пошел». Обратите внимание, независимо от субъекта, я не планировал хорошо готовить, но ситуация такова, что я стал хорошо готовить. Я не хотел идти в школу, но так получилось, что я пошел. Рассмотрим примеры. Первый пример. Не было покупателей, поэтому магазин закрылся. Второй пример. Неожиданно дела появились, поэтому я думаю, что не смогу пойти. Третий пример. Я не хотел ехать в командировку, но из-за приказа моего начальника пришлось ехать. Четвертый пример. Хангук драма рель пунхуе, хангук рель чуагет эссео. После просмотра корейских дарам мне стал нравиться корейский язык. Пятый пример. Тикчанг тэмуне дэнян путо инян дунган соуре сайгет эссео. Из-за моей работы, начиная со следующего года, так получилось, я буду жить 2 года в Сеуле. Шестой пример. Конгляниина паджосо ундонге хагетэссео. Здоровье ухудшилось, поэтому я стал заниматься спортом. Седьмой пример. Вечинджоне кетунсаугуанасо ибонагетэссео. Несколько дней назад из-за аварии я лег в больницу. И последний пример. Бусанальщигата тэтэсо бусанро исарыль хагетэссео. Погода в Бусане теплая, поэтому так получилось, я переехал в Бусан. Все, переходим к домашней работе.